Всем приветик, дорогие друзья, с вами Роджен, и сегодня у нас будет AI Battle. Ну, соперников вы видели, поэтому не буду я вас задерживать, просто поставим их и погнали. Тут еще такая история, что игра может вылететь, потому что Саладины что-то очень плохо с Фридрихами дерутся. Но, да окей, посмотрим, как это вообще будет работать. Три Фридриха, три Саладина, три на 40. В принципе, все удобненько. У Фридрихов единственное, что есть небольшая дырочка, потому что у Саладинов есть маленькие проблемы с прорытием рва. Из-за этого крестоносец имеет огромнейшее преимущество. Так что маленькая дырочка, естественно, у Фридриха в замке сверху. Точно не помню, как этот замок называется. По-моему, Фридрих это замок 6, а Саладин, естественно, свой лучший замок, замок 4, без всяких улучшений, без всего такого. У Фридриха вот здесь рва не будет, вот примерно вот, вот тут. Или вот тут-то, или вот тут-то, без разницы, ну вы поняли. В общем, история такая, что Саладину нужно очень много денег на развитие, а Фридриху нет. И Фридрих с рынком, сразу говорю. Это единственное, наверное, улучшение, которое ему было, в принципе, сделано, потому что иначе Фридрих прям совсем будет страдать. Значит, скорость 130. Фридрих, кстати, пошел уже катапультами напрягать Саладина. Ну, тут у нас Фридрих первый пошел напрягать Саладина Мудрого. Тут же еще есть Справедливый и... А вот этот Каинт, я не помню, добрый, благочестивый. Черт, короче, ладно, третьего Саладина не помню. Помню, что есть Мудрый, Справедливый и еще какой-то. Пойдет. Кстати, уже вот этот вот еще какой-то начинает атаковать. И, в принципе, у него конница дохренища, рабов вроде более-менее. Я не знаю, зачем ему 6 огнеметателей, но это стандартная история. Но есть арабские мечники, эти арабские мечники просто сейчас придут и начнут долбить стены. Кстати, конницы еще пока немного, потому что Фридрихи нифига не делают. Как только Фридрихи начнут делать, конница будет добываться. При этом, как больше, ну, чем больше атаку Саладина, тем больше, естественно, конница. Тут, кстати, все Саладины проатаковали, кроме, наверное, Мудрого. Давай посмотрим сейчас на атаку Мудрого на первого Фридриха. Кстати, Фридрих может накопиться и прям Саладину устроить ата-та, потому что мечники европейские, это очень жестко, при этом против арабских лучников, которые, в принципе, долбенят по сколько? 160 вроде там снаряд, 166, что-то такое. То есть, ребят, это будет очень жестко. То есть, в принципе, что Фридрих может накопиться, долбануть Саладина, что Саладин может долбануться, накопить Фридриха. Но здесь, говорю, маленькая проблема в том, что у Фридриха не будет рва. Поэтому запоминаем, что... Ну, держим в голове, что Саладину нафиг не нужны рабы для прокопа рва, потому что ров, если что, прокопан. Просто нужно завести этих самых абабских мечников и сделать все грязные делишки. Здесь, кстати говоря, Саладины напрягают своей конницей. Что так реально бегают, просто оазис отвоевывают. То есть, по факту, вроде как конница напрягающая, а по сути она отвоевывает оазис, причем очень неплохо-то. Реально очень неплохо, мечники тут порезали немного конницу, но там просто получилось так, что она столкнулась с мечниками с этими. Ну и все, всю конницу перерезали. В общем, Фридрихи отбиваются, кстати, что по деньгам. А по деньгам все у Саладинов нехорошо. 19 здесь, 23, 22, если вы посмотрите Фридрихов, 29, 29, 28. Вообще прекрасно. 29, 29, 28, говорю. Там вообще 32 было, ну да и ладно, вы поняли. То есть у крестоносца денег реально до хрена. Ему все, что нужно, это закупиться, вториться армии и долбануть хорошенько Саладина. Но Саладин нападает, 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 поэтому да, то будут проблемы. Кстати говоря, Саладин сейчас у нас справедливый, напрягает своего оппонента. Оппонента Фридриха II. Он на связь не выходит, но ничего страшного. У него улетучивается, кстати говоря, каменная казарма. А, блин, каменная казарма не очень удачно стоит. Ну да и пофиг, ладно, ничего страшного. Тут идея в том, что этот замок, в принципе, лучший. Просто нужно было каменную казарму сместить. Иначе вообще Фридрих не будет нормально отбиваться. Вот, да, вот он ров по факту прокопан до конца. Вот здесь рва, естественно, не будет. А куда лорд побежал? О чем прикол? Две напрягающие катапульты, кстати говоря, так нехиленько додалбливают. Ну, я смотрю на то, что сейчас тут у нас отлетает каменная казарма. После этого я смотрю на то, как отлетает защитная башня. В принципе, скажу нормально. Отлично, отлично. И, кстати, Саладин как раз начал в это время атаковать. Это две огневые баллисты. Да, это две огневые баллисты появляются. Больно, конечно, получается тут по лучникам. Больно, конечно, по огневым баллистам, по инженерам. Потому что все это не очень хорошо построилось. Но почему-то все сменили вектор атаки на Фридриха Первого. И, кстати говоря, по-моему... Да, по-моему, Мудрый тоже идет атаковать Фридриха Первого Барбароссу. Что у нас, кстати, про Барбароссу здесь известно. А ничегошеньки неизвестно. У него вроде как тут что-то оборонка есть, но какая-то очень слабенькая, потому что его прессуют двое. В то время, пока Фридрихи вообще никого не прессуют, и сейчас они ни разу на Саладинов не напали. То есть у Саладинов у нас что по деньгам? А ничего, они зафиксировались. А вот у Фридрихов деньги заканчиваются постепенно. Ну это ладно, это мы еще будем проверять. Кстати, очень много конницы. Вроде как 40, вроде ее немного, да? Но, по сути, чуть-чуть там конница, чуть-чуть сям, чуть-чуть напрягающий. Еще два Саладина атакуют. Ну, нормально получается. То, что тут по башням сейчас очень сильно Фридрих вылетает.
прям реально жестко. И баллисточка как раз работает. А башенка отлетает. А посмотри, башенки все нет, больше лучников нет. Остались только лучники на одной башне, один арбалетчик. Одна башня тоже в руине стоит, большая. Ну, это еще было до атаки, но, в принципе, да, стоит, если что, большая до руинки. Ну, и бабские мечники улетучиваются. Может, арбалетчики. На бабских мечниках, кстати, стоит, по-моему, UCP улучшение, на копейщиках тоже. То есть арабские мечники терпят где-то 6 стрел. Копейщики, по-моему, 6 стрел от луков, если я не ошибаюсь. Кстати, и пришли катапульты. То есть вроде как Фридрихи очень хорошо за Азис воевали. Опа, Фридрих атакует. Очень хорошо за Азис воевали, а тут такая интересная история, что три катапа просто стоят и долбенят этого Фридриха. То есть Азис, он вообще никак не отвоевывает. Саладин нормально пытается сейчас конницей. Что один, что второй конницей здесь работает. То есть под Саладинами все Азисы. В принципе. Хотя, не, если вы посмотрите на Фридриха Третьего, он здесь нормальненько что-то смог с азисами сделать. Тут в центре вроде как лучники бегают, ну и здесь они появляются, почему бы и нет. Но две катапы, три катапы еще до сих пор здесь стоят. О, башня отлетела. То есть все, лучников больше у Фридриха Первого Барбароссы нет. Хотя он атакует. Ну, тут важная история в том, что вроде как он атакует, но ему бы желательно перенаняться потом в оборонку, потому что у него все действительно не очень хорошо. Отлетели, кстати, катапульты. Здесь отлетели. Пошла конница. Вот, наконец-то, Фридрихи начали делать то, что они делают лучше всего. Работать конницей. Ну, хоть не ртом, и то ладно. Ну, судя по тому, что они с конницей с этой делают, не, это, видимо, все-таки работа ртом была. Ну, кстати, еще атакует Фридрих Третий. Но здесь особо ничего интересного не будет, потому что я сейчас смотрю на Фридриха Первого. Тут просто снос, снюс. И одна катапа, лоу-хпшная, долбенит абсолютно все. Но я думаю, эти лучники сейчас ее доберут. Да, они ее доберут в любом случае. Все, и мы смотрим тогда вот уже на эту сторону, потому что здесь будет атака поинтереснее. А бабские лучники... А, нет, это не абабские. Это европейские лучники, они уже сдохли. Остались европейские мечники. Европейские мечники что пытаются по башням сделать? Ну, как бы все. Тут огнеметатель. Фиг вы ему чего сделаете. Не, если было побольше европейцев... Кстати, европейцы эти должны были подойти, возможно, убить Манганель, возможно, убить еще дополнительно огнеметателя. Тогда бы, да, тогда бы мечники сделали тут реально очень много. Кстати, побежала конница. Конница наконец-то начала работать нормально. Раз каменоломня улетучивается, и, видимо, все, потому что здесь стоит войско защитное. Причем, блин, азисное войско Саладин очень грамотно держит. Он реально возле каменоломни просто держит. А почему бы и нет, собственно. Хотя рандом очень странный. Второй Фридрих атакует, но в это время надо смотреть на Саладинов, потому что они вроде как готовы протачить первого Фридриха. Что-то Фридрихи сдают позиции. У первого вообще 12 тысяч осталось. То есть реально Фридрихи прям очень-очень-очень сдают свои позиции. Ну ладно, второй атакует. Но тут еще история в том, что, по-моему, тут у второго... Да, у второго самая лучшая позиция. И второму неплохо было бы... Но он первый раз атакует, потому что я вижу только вот эти вот две... Три пушечки, которые были построены. Это вообще ни о чем. Обычно Фридрих строит 5-6. Знаете его. Он очень больно будет напрягать, если реально построить 5-6 таких штуковин. Там башни разлетятся, манганелей не будет, соответственно, огнеметателей не будет. Я думаю, Саладин просто тогда в нулищу окажется непригодным к защите. Там мечники будут напрягать, даже если вот эти вот рвы не будут прокопаны. Ну, то есть будет неплохо. Но тут история в том, что как раз-таки Саладин справедливый, 269 армии, ему было бы вообще насрать на эту атаку. И да, тут пытается конница, кстати говоря, в компрессии сразиться с рыцарем, и успешно получается. А вот с мечником нет, потому что они решили с ним не сражаться. Ну хорошо, зато у нас конница... А, кстати, кого он хочет атаковать? У меня вопрос. Фридриха Третьего или Фридриха Какого? Да, видимо, Третьего. Ну, у Третьего деньги есть, окей, а почему они Первого не атакуют? Ну, сейчас бы было бы на Первого наброситься. У него 14 тысяч денег. Просто добрать ему по деньгам, и все, и он уже не жилец. Ну, блин, ладно, они решили, видимо, скооперироваться. Ничего себе получается. То есть у нас Саладин справедливый и мудрый решили против Фридриха Третьего повоевать. Окей, но тут сейчас на данный момент времени подыхает Фридрих Второй. Стой, подожди, а почему Второй, если у Третьего 80 армий? Ладно, окей. В общем, мне не понять. Хотя, не, подожди, они напрягают Второго, просто... Они напрягают Второго, они встали напрягать, а на самом деле бегут на Третьего, потому что это конница бэкапская. Они... Вторая у нас... Патрол, так что побежали они именно туда. Окей, ладно, а тут замок пробили. Да ты что, я только заметил дырку. О, ребята, Фридриху сейчас будет очень плохо. Мне интересно, а есть у него какие-то тут ауты, которые могут подпалить что-то? А видимо нет. А видимо ничего нет, ну ладно, а пока отбивается. Ну тут обарских мечников очень много идет. Очень много, но тут у него европейцы есть. И да, не хватило, чуть-чуть буквально не хватило этому Фридриху. Все, первый Фридрих отлетает. Ну безрывиной. Первый Фридрих отлетает. Надо, кстати, будет проверить их с армами. То, что с армами игра вылетает. Вот в чем история. Я поэтому немножечко побаиваюсь этой битвы.
один. Пал передо мной. Хорош, Саладин. Они реально скооперировали, молодцы, что этот оранжевый и красный, ну или же справедливый и мудрый, скооперировали свои атаки и долбанули просто одного Фридриха, пока он слабый. Хотя там по деньгам прям вообще было. Ну вот остался у них слабый Фридрих еще один дополнительно. Ну тут как бы 2-3. По идее уже, в принципе, Саладина победили. То есть уже можно было бы даже подускориться. А почему бы и нет? Я думаю, до 200 можно ускориться для того, чтобы просто Саладина чуть быстрее атаковали. Потому что здесь у нас все. Здесь у нас, смотрите, руинка здесь. То есть защитка, на нее не ставится армия. Здесь у нас квадратка, на нее тоже армия не ставится. В принципе, есть какая-то манганель, но их бы было бы две, а не одна. Так что посмотрим. Так что я, наверное, верну замок Фридриху потом сорвом. Там посмотрим, как Саладины будут себя вести при этой ситуевине. То, что словесами им надо будет копаться, а прокопаться не так просто. Рабов чуть ли не самыми первыми убивают. Ну, блин, ну конницы, кстати, очень много. Вроде кажется, что всего лишь 40, а ее реально до хрена у Саладина. Почему бы и нет? Ему бы чуть-чуть еще конницы грейдануть, и вообще было бы отлично. Кстати, у Фридриха второго еще одна башня упала. Здесь вторая башня упала. То есть одна руинка, вторая просто упала. Ну, ладно, уже две упали. То, что тут катапульты, две напрягающие. Одна напрягающая. Подожди, это атакующая. Фига себе. То есть они просто сбоку долбят. Ну, арабские мечники так нормальненько уничтожают квадратку. Квадратка сейчас улетит. Некому прострелить арабских мечников от слова совсем. Вообще. Ну все, квадратка отлетела, и арабские мечники сразу же отлетели. Но очень много денег улетело у Фридриха. Хотя, не, ему нормально, ему 24 тысячи. Они нападают на того, у кого 24 тысячи. Ему, в принципе, плевать. Сейчас будет прикольно, если этот Фридрих сможет накопить нормальную атаку, потому что Фридрихи-то ведь вообще не атаковали. Им надо немножечко времени дать. То есть, как там это было в одной из бит, где Фридрих, в принципе, просто сидел и принимал все атаки, а потом, о, здрасте, а я вообще-то могу атаковать! И как фиганул 5 трибушками. Если что, этот ролик высветится потом вам в подсказочке. Там посмотрите. Справа сверху, напоминаю, подсказочки все будут высвечиваться. На данный момент времени Саладин, ну, уже как бы вот этому вот желтенькому вообще пофиг. У него нет никакого оппонента, поэтому он просто стоит, оазис контролирует. Так что, в принципе, и оранжевому тут тоже более-менее нормально, потому что половина оазиса контролируется, а вот вторую половину он контролирует своими абабскими лучниками. И, в принципе, ну, то есть у Фридриха вообще оазиса нет. Хотя Фридриху, как таковому европейцу, оазис этот и не нужен, потому что он на пивке сидит. Так Саладин тоже на пивке сидит. Блин, почему они все на пухаче сидят? Это ненормально. Окей, у нас атакует... Это кто? Это у нас мудрый. Это у нас... О, подожди. Желтый еще атакует сверху. Стой, а будет справедливый к ним подсоединяться? Не-а, справедливый только-только атаканул недавно. Но атаки они нормально синхронизируют. То есть два Саладина сейчас синхронизируют. Ни хрена там абабских мечников. Ты чё делаешь? 349 армий. Ты чё делаешь, дружище? Ну это, походу, минус Фридрих. Без вариантов. Да, пришли арабские лучники, начинают конницы здесь работать. Очень хорошо улетучиваются все европейцы. Ну, правда, арбалетчики нифига не улетучиваются, но это не важно. Блин, сейчас у него просто очень много арабских мечников. Блин, он застроил своих личных арабских мечников. Черт, как же ж там много всякого-всякого разного улетучилось. Ё-моё, 192 армии. Он просто встал под манганели и все. Ну, кстати, здесь еще арабских мечников очень много. Пошла катапульта, пошли две огневые баллисты. Хорошо, конница пришла. Конница вырубила всех арбалетчиков, которые были по фронтальным башням. Больше вообще никого нет. То есть, по сути, тут остались вот эти вот два никчемных арбалетчика. И вот здесь три никчемных арбалетчика. Это все. Ну, не пробьют они этого Фридриха ни в коем случае, потому что им тупо не хватит. Но башню Фридриху они пробьют, вполне возможно, также и Барбакана они пробьют. Ну, возможно, даже и стену пробьют. А, нет. Не пробили. Башню чуть-чуть. Барбакан нет, точно. Все, башню уже точно не пробьют, хотя здесь есть напрягающая катапульта, которая до сих пор... А, так она долгая защитка. Не, ну так защитка, это все отдельная история. Сколько у Фридриха день? 8 тысяч, он просто отсиделся, 4 тысячи потратил. За две атаки. Нормально, нормально так. За две атаки 4000 просто слить. Вкусненько. Да, Фридрих, конечно. Просто дя. Опять у него закрылся замок, он просто ставит себе дохренища всяких разных осадных орудий. Я не знаю, защитных, незащитных, но да, без разницы. Просто что он настолько много денег тратит, а при том, что он удаляет эти палатки, он деньги эти вообще не возвращает. Ну, знаете, такое, да. Такое. И лучше бесплатки ставил бы. Кстати, пошла атака сейчас у нас от Фридриха II, но видите, что всего лишь она трибуша построилась, потому что очень много лучников. Хотя, кстати, в защите лучников нет. Лучников очень много в оазисе. Что это у этого, что у этих двух бегает. У них просто трое, поэтому да, поэтому базовые арабские лучники там нормально как бегают. Абсолютно все.
Ну чё? Вот они, лаги пошли, лаги пошли. Всё, пошли лаги, не может найти направление. Игрушка начала виснуть. Ну, бывает такое тоже, потому что... Ну, я не знаю, что будет вообще, когда Фридриха будет вообще ров готовый, там тоже такая же история будет интересная. Ну, посмотрим. Правда, будут абабские мечники ходить в переднюю линию обороны по фронту разрушать, но да и ладно. Кстати, у нас 3 сосадных орудия, но я не вижу ни одного инженера, потому что, видимо, вся атака инженеров этих кокнула. А, атака от первого Фридриха была, нифига себе. То есть я просто думал, что это европейцы, которые просто так вышли, а это была, оказывается, атака. Ну, ладно, окей. То есть здесь просто так поогрызались немножечко по-справедливому, но у справедливого, в принципе, понятно, денег очень много. Кстати говоря, здесь больше всех страдает сейчас Мудрый, потому что он как раз сражается, по сути, против двух Фридрихов, у него нифига нет ничего. Два здесь, он говно. Ну, то есть тут желтый может свободно деньги забирать, и оранжевый может свободно деньги забирать. Кстати, оранжевый тоже атака. И сейчас у нас справедливый вместе с Мудрым. Ну, Мудрый уже так как бы дотеривает своих арабских мечников. А вот справедливый сейчас как долбанет хорошенько по этому Фридриху. Интересно, они втор... О, так они подпалили Фридриха! Хо-хо-хо, арабские огневые баллисты делают дела, ребят. А это минус вся экономика Фридриха. Только да, у него тут часть замка не подпалилась. И как только я сказал, часть замка не подпалилась, весь замок нахрен сгорел. Фридрих второй, мягко говоря, все, закончился. Не, ну, тут, конечно, есть огневая баллиста. Она будет, понятное дело, еще дополнительно дорубать ему что-либо. Конечно же, Фридрих будет отбиваться до конца, возможно, но, типа, лорд его просто стоит под огнем пока что. А бабские мечники, скорее всего, просто все будут тоже в огне. Стандартная история, денег у него не так много. Не, если он отобьется, окей, он этим огнем, в принципе, может отбиться напалм. Но тут история в том, что, скорее всего, ему просто этого не хватит. Не хватит времени для того, чтобы восстановиться. Ну, это минус рынок. Рынка нет. Все, до свидания. Ну, типа, ему надо сейчас все здания удалять. Вообще все. Да, там просто европеец вышел, начал конницу рубить. Ну, в принципе... А это что, напрягающая катапульта? Ее до сих пор не убили, напрягающую катапульту? Она просто стоит, долбит тут пол игры. Лол. Ну, ладно. Просто стоит катапульта, КПД максимальная. Реально, долбит пол игры. Обалдеть. Ну и все, тут осталось просто по факту дождаться атаки, потому что второй не жилец, а первый ему ресурсов не дает. Вот что самое обидное. Что типа первый ресурсов нифига второму не дает. Если бы боты передавали друг другу ресурсы, да, было бы прикольно. Но тут у нас, извините, рынка нет. 60 армии. И он вроде что-то пытается нанимать, но типа, блин, у него в оружейках нифига нет. И он даже закупаться не может. Мне просто интересно, а вообще может ли он хоть что-то? Mm-mm, никак. Абсолютно никак. Ну, то есть, по сути, остался один Фридрих против 3 Саладинов. Ну, такое себе. Ладно, давайте разгоним немного, дождемся уже тогда атак. И будем переходить тогда уже к битве, где Фридрихи у нас с рвами. Потому что это будет в разы интереснее, чем было это. Это было прям избиение. За счет того, что у Саладинов... О, ты посмотри на эту атаку! Ты посмотри, что желтый делает! Откуда у тебя столько армий, друг? 450! Что, идиот, что ли? Неадекват. 450 армии! Ты что, псих? Больной! Не, больной, реально. Смотри, ассасины побежали открывать барбакан. Окей, они откроют этот самый барбакан. Возможно, кстати, даже к лорду. Да-да-да, они идут открывать барбакан. А тут и не надо открывать барбакан, потому что словесы прокопали ров. И просто бежит вот эта вот армада арабских мечников. И заканчивает лорда. Да. Да. Вы посмотрите просто, сколько у него армии. Неадекват. 380 армии. А, его еще Фридрих долбает. Нормально, его еще... То есть первый Фридрих, который самый слабый был вообще всю игру, он просто сидит еще до сих пор живет. А, он долбит. Нормально. То есть он, короче, долбит монумент. То есть если вы внимательно посмотрите, то он вначале долбил монумент своего союзника. Чисто неуважение. Но теперь, кстати, еще дополнительно сейчас, смотри, получается, справедливый долбанет. Я не знаю, будет ли Мудрый долбенить, но у него 250 армий. И этот свои 380 армий решил включить сюда. То есть сейчас первого Фридриха, по идее, должны забрать за 3 атаки. Ставьте ставки, сколько он продержится. Вот это сейчас будет самая интересная информация. Послание от Фридриха Барбаросса.
Ну, кстати, вроде как с такими великодушными атаками душными. Скажу я вам, рабы даже нормально ров прокапывают. То есть, в принципе, окей, можно, наверное, пробовать действительно Фридриха вставить с рвами, потому что вроде как Саладин может, если что. Ой-ой-ой, как много бабских мечников. О-о-о, так это еще только две атаки, а там еще, если что, мудрый подключится потом. А он на цитадель зайти не может. Он не может зайти на цитадельку. Цитаделька лаганула. Забагалась. Ну, бывает. Все. Уничтожили. Молодцы. Неплохо. Империя лишится императора. Ну, по деньгам, в принципе, у саладинов реально огромные потери, потому что все-таки арабы. И да, маленькая проблема, что крестоносцы нифига не добывались. То есть тут история в том, что у саладинов очень много реально денег добыто. Если вы посмотрите, 183, 178, давайте я просто в деньги переведу все это дело. 178, 167, и вы смотрите на Фридриха, в тот же первый Фридрих, который хуже всех сидел, добыл 77 тысяч. Хуже всех сидел, чел, он добыл 77 тысяч. Но этого слишком быстро убили, а второй добыл 64 400. То есть, в принципе, здесь огромная разница между ними, но я все-таки надеюсь, что крестоносцы могут, поэтому, наверное, нужно будет сейчас просто переставить замки немножечко местами. Иными словами, вернуть Фридриху его рвы. Погнали тестить. Ну что, замки поменены, осталось только проверить, изменится ли что-то вообще или нет в этой битве. Погнали, все то же самое, только теперь Фридрихи, кстати, замок номер 5 по итогу у него оказался. Теперь Фридрихи копают ров везде. Ну, надеюсь, что это будет действительно интересно. Итак, саладины, как обычно, со своими замками. У саладинов огромная история в том, что они нападают хорошо. У Фридрихов огромная история в том, что они нифига не нападают. То есть у саладинов реально будет армия просто копиться как сумасшедшая. Вы видели уже, что такое конница, вы видели уже. Там, причем как-то даже вроде у него что-то 40 конниц и всего лишь копится. А там, оказывается, и 60 иногда. Что-то еще и арабские лучники, которые тоже нормальненько так напрягают. Так что, ребят, саладин душит знатно. Реально, саладин душит прям ой как знатно. А если бы вы еще видели версию с пробущенной экономикой, саладин, это вообще жесть. Ладно, окей, ничего страшного. Страшного, да. Получается, что у нас желтый уже атакует своего Фридриха, справедливо атакует своего Фридриха и... А, мудрый тоже, кстати, не отстает уже, тоже атакует своего Фридриха, только теперь вопрос, а сможет ли? Нет, нифига не сможет, потому что тут ничего нет. Хотя нет, есть арбалетчики, окей, ладно, арбалетчики, если они сейчас быстро все это дело отобьют, две мангонели тоже работают неплохо, здесь у нас конница не смогла, хотя они вроде как уже все побежали на третьего Фридриха. Третий Фридрих, кстати говоря, две катапульты себе держит, ну что, атакует? Не, вроде это фигачи катапульты. Ладно, обидно, конечно, получилось, что нифига на фигачке катапульты не смогли сделать. Но и здесь еще маленькая фигня такая есть, что вот эта вот казармочка, да, если какие-то там катапульки смогут что-то сделать, казармочка не поможет вообще никак. Наоборот, сдохнет и все. И Фридрих больше наниматься не будет. Ну тут избавиться от арабских мечников, потому что реально очень хорошо, пока желтый саладин своего третьего Фридриха долбенит. И конница сдохла, арабские мечники сдохли, в принципе, замок сейчас должен открываться, да, все. Экономика есть, экономика очень даже хорошая, сырьевая, так что, в принципе, сырьевики должны нормально... На, 4 катапульты, вы чё? Саладин, саладин, это точно справедливо. 5 катапульт, ребят. Нет, точно саладин справедливо, я вам говорю. Охренеть, ты вообще адекватный? Не, 5 катапульт, там этот европеец что-то разрубил одну катапульту, но все равно 4 катапульты. 4! Так, хорошо, первый пошел, бара. Так, там кого-то уничтожим врагов. Тут, наверное, красный где-то долбенит. Да не, вроде не долбенит. Ну, я пока смотрю, как работают 4 катапульты. Потому что это больнее, чем все остальное. Нет, тут лучники есть, они что-то даже вроде делают. А, ну катапульту уничтожили. Тут посмотри, катапульта заныкалась, в общем, за вот этой вот молочной фермочкой Фридриха. И просто стоит накидывать. Нет, тут европеец есть, европеец даже что-то делает. Молодец, европеец избавился от двух катапульт, осталась только одна. Ну, блин, это было интересно. Что, реально, 4 катапульта раздолбенили Фридриха, причем так очень неплохо. Второго Фридриха, хочу заметить, которого было все более-менее по экономике тогда. Опять же, у саладинов экономика такая себе, но Фридрихам надо атаковать. И да, рабы
не смогут прокопать эти рвы, пока полностью не будут сняты все лучники. Так что у Фридриха теперь огромные шансы на победу. Все, что нужно, это просто этой самой победы дождаться или посмотреть. Ну, во всяком случае, я надеюсь, что мы посмотрим на победу Фридриха. Ну, если нет, ну, значит, Саладины, что поделать? Что поделать? У нас получается три катапы от мудрого Саладина. Кстати, сильно рубят Фридриха, потому что вот эта вот часовинка тоже отлетает очень неприятно. Это сразу 250 золота. Тут еще есть у нас вот эта штучка, которая отлетает, вот эта штучка, которая отлетает. То есть у Фридриха, в принципе, все постройки почему-то дорогие, дорогостоящие, расположены вне замка. Тут 250 золота, тут 100 золота, тут 400 золота. Я типа не понимаю прикола. Кстати, смотрите, мудрый переключился на второго Фридриха. Они все решили второго Фридриха атакануть. Хотя не, по сути, они вроде как выстраиваются против третьего. Или это как раз-таки против второго. Не, вообще похоже на то, что против второго, потому что они все должны атаковать в бэлансе. Там точно или по золоту. Слушай, а я не помню, я Саладина выстраивал баланс все-таки или они по золоту атакуют. Потому что Саладин, по-моему, атакует по золоту. Ну ладно, неважно. Главное, что сейчас все атакуют Фридриха второго. Разлетаются рабы пока что от Манганелли. Вообще Манганелли очень хорошо отрабатывают. Ну все, типа, сколько тут? 6 рабов копали рвы. Как бы докопались. В принципе, докопались и прокопались. Ну, пришли арабские лучники, пришла немного конница поработать. Конница, кстати, хорошо работает, арабские лучники сдохли очень быстро. Тут неплохо так подлетали европейцы, неплохо так подлетали арбалетчики, но я бы не сказал, что это прям панацея. Но катапульты пока справляются. Две катапульты сейчас разрубили одну защитную башню у Фридриха, еще есть третья, но третья рубит по ходу вот по этой фигне. Да, и как бы все. Арабские мечники, скорее всего, будут избивать фронтальную защиту Фридриха, а прокопать ров никак. Так что, скорее всего, придется, естественно, Саладинам штурмить до упора. Ну, вот эти 60 конницы, которые там были, о которых я говорил, да-да-да, они должны работать прям по полной программе. Кстати говоря, Фридрих первый вывел две катапульты и в наглую расстреливает Саладина Мудрого. Вот это уже неплохо. То есть, если сейчас защитят лучники оазис, потому что Фридрих молодец, отвоевал оазис, у него полностью под его контролем. Да, понятно, что справедливый пришел своими абабскими лучниками, начинают, конечно, терроризировать Фридриха, но Фридрих молодец, потому что пока работает отлично. Свой оазис он отвоевывает. Саладинам нифига не дает. То есть пока у самого главного Саладина, то есть мудрого, 21 тысяча, он отлетает хуже всех. Точнее, больше всех. Ну и тут еще дополнительная атака пошла. Пришли европейские лучники. Блин, они очень слабо. Они отлетают просто очень быстро. Но ничего страшного. Главное, что хотя бы просто Фредерики уже начинают атаковать. Две трибушечки отстроилась. Одна трибушечка быстро сдохла, потому что здесь лучников очень много арабских. И сейчас вторая трибушечка тоже быстро сдохнет. Хотя тут еще арбалеты есть. Но эти арбалеты тоже как подыхают. Ну вот эта катапульта еще есть у нас напрягающая. Напрягающая еще будет пока рубить нормально. Напрягающая рубит. Никто пока не тронул трибушечку. Никто. Трибушечка. Окей, а вот теперь трибушечка уничтожилась и побежал у нас Фридрих наконец-то свои конницы терроризировать. Окей, конницы он закрывает барбакан, но у нас еще остается боковой барбакан у Саладина. Вообще четвертый замок тем хорош, что у него здесь дофигища проходов. Три проходика. Это очень круто. Пошла башня круглая еще раз отсюда. До свидания. Ну и все. Атака по сути закончилась, потому что арабские... лучники быстро уничтожат мечников. Очень быстро. Блин, конница просто так бегает по оазису, нифига не делает. Черт, так много конницы, по сути. Все, Саладин полностью заблокирован. У нас сейчас мудрый Саладин улетучивается прям по полной программе. Фридрихи начали все его конницы штурмовать. Все три Фридриха работают сейчас конницей. Ты смотри, что творят. Минус экономика ему по полной программе. Что у него по деньгам? 17 тысяч. Нормально. Ну, типа, он буквально на несколько тысяч просто улетел. 5 тысяч. 5000 с одной атаки Фридриха первого. При этом еще пришли два конницы, поддержали. Молодцы. Неплохо. Они синхронизировались. Это очень хорошо. Кстати, смотри, ты Фридрих просто взял сейчас и первую... Ой, Фридрих первый сейчас нашей великолепной армии европейских лучников взял и снес просто все, что есть в оазисах у Саладинов. То есть полностью Фридрих первый на себе держит все. Все оазисы он на себе держит европейскими лучниками. Я у шоке. Реально просто европейцами удерживаю. Я не знаю, почему два остальных сидят в... А, нет, подожди, этот свой тоже оазис удерживает. Подожди, Фридрихи начали побеждать? А с какого перепугу? Алло, я как бы не должен влиять ров таким образом. Вообще не должен. Ну, видимо, должен. У Саладина Мудрого 11 тысяч денег осталось. Хо-хо-хо.
Так что получается, Фридрихи пока побеждают, хотя я бы не стал бы такие выводы делать, потому что мудрый может взять и набрать деньги из ниоткуда. Зная этих саладинов, по 500 золота в минуту каждый месяц с налогов нормально. Это для саладинов, в принципе, адекватно. Даже при том, что он араб, адекватно, поверьте. Абаб. Кебаб. Блин, как сильно улетучивается армия саладина мудрого. Ты посмотри просто, что делают две манганели с этой армией. Просто один кам, один выстрел, три лошадки, хлопс. Один выстрел, две лошадки, хлопс. Нормальненько так получается. Дисбалансное орудие. Конечно же, оно балансное. Все хорошо, 50 золота, да-да, два инженера обслуживающих. Агаска, 10 золота. Балансное, вообще прям. Обалдеть. Ну, кстати говоря, сейчас справедливый пошел атаковать второго Фридриха. Что, кстати, по второму Фридриху 154. Скорее всего, никто ничего не сделает, потому что рабы не прокопали ров. Саладин пока ничего сделать не может. Вроде как какие-то напрягающие баллисты стоят. Что-то абабские мечники тоже стоят. А они все напрягают второго Фридриха. Нормально. То есть все-таки пошел справедливый и мудрый вместе атаковать второго Фридриха. Но что-то как-то особо не получается, потому что сейчас башня, может быть, и улетучится. Да. Окей, здесь у нас руина стоит, здесь типа барбакан так себе, хотя я не знаю, я ее не прокликал. Вот теперь, не, фуловый барбакан, фуловая вторая башня, а эту они не снесли. Ну, кстати, даже неплохо, что они ее оставили, потому что при следующей осаде эта башня просто унесется. А здесь у нас две руины, ребята! А если рабы побегут с этой стороны копать? Тут история в том, что они реально ведь могут прокопать. Кстати говоря, пошел у нас саладин желтый атаковать, еще дополнительно в третий раз Фридриха атаковать второго. Нормально так, интересная история. Кстати, ну они параллельно еще с третьим Фридрихом воюют. Но третий Фридрих, кстати говоря, атакует саладина своего желтенького. Интересно, что будет. Ну, баллисточки не дают вообще пройти напрягающим катапультом. Пришли и европейские лучники. А, все, да. Не дадут они рабам. 6 рабов — это очень мало в прокопе рва. Я не понимаю, почему потом так мало сделали прокопа рва. Лучше бы его не считали бы за атаку. Типа этот прокоп рва нанимается вне зависимости от количества атакующих юнитов. Это было бы, блин, типа прикольно. Не знаю, зачем это сделали. Ладно, окей, это все не важно. Тут история в том, что у нас очень много европейских лучников от второго Фридриха. Так он тоже атакует. Они атакуют вместе или как? По идее, они сейчас должны все вместе собраться и атаковать саладина мудрого. Но тут непонятно, что по войскам. Надо смотреть внимательно. 240 армий. 10 тысяч у саладина мудрого. У остальных 60... Ой, 60 на двоих. Ладно, 50 на двоих. 24-26. Пойдет. Че сказал? Впрочем, неважно, три трибушечки должны были построиться, но три трибушечки отлетают просто от манганелей. Здравствуйте, две манганели уничтожили одну трибушечку с одного выстрела. Просто пресс F to pay respect to this трибушечка. Кстати, смотри, тут катапульта напрягающая-то, неплохо напрягает. Да, тут, конечно, стоят еще всякие разные... Да ёк-макарёк, он начал атаковать. Саладин мудрый решил атакануть. Очень неприятно из-за этого улетучивается, скорее всего, катапульта напрягающая. Да, очень неприятно. Снял полностью оборону, этот, атаку с Саладина справедливого. Вообще полностью, хотя тут уничтожено было достаточно много всяких разных дерьмовых строений. Как раз пытается Фридрих II атакануть, но... Ой, Фридрих, точнее, первый пытается атакануть, потому что синенький. Ну, тут интересная история, кого? Справедливого? А, типа, тут инженеров уже почти всех попереразкидали, так что все, вы уже не атаканете, вам базис контролируют. Ну и да, пошли как раз-таки сейчас отстраивать себе какую-то сосадную машину. Не, не отстроят, потому что все, инженеры умерли. Но атака успешная была, кстати говоря. Мудрый реально очень хорошо снял осадку справедливого, потому что справедливого реально сейчас бы очень отсправедливили нормально. Чуть-чуть не хватило буквально. Но пришла конница, одну катапульту хлопс, одну требушечку хлопс, инженерчиков хлопс. Ну, в общем, конница сработала идеально. Как обычно, конные лучники работают идеально. У нас, кстати говоря, начали постепенно проседать Фридрихи по деньгам. Но уже битва реально более интересная. То есть нет такого, что прям Фридриху в замок кто-то стремится и тому подобное. То есть мы тут тратим деньги. Кто лучше по экономике, естественно, саладина, тот, по идее, должен побеждать. Но я же говорил вам о том, что вообще-то европейцев еще пока все окей. У них дофигища, в принципе, сырьевого снабжения, никаких проблем. То есть я даже не стараюсь его похоронить, этого господина Барбароссу. Что одного, что второго, что третьего. Просто стараюсь переобуваться. Это да, это я люблю. Блин, ну абабские лучники, конечно, взяли, в тандеме заняли.
у нас желтого и мудрого. Заняли просто арабские лучники полностью оазис, и все. А что европейцы могут сделать? Европейцы на подходе просто дохнут. Это вот арабы на подходе не сдохнут. У них там еще хпшечка останется, они там еще перестреливают. Сколько там они? 7 стрел, по-моему, выдерживают. А вот европейцы 5 стрел, до свидания. Все, просто на подходе. Кстати, вот сейчас вот две напрягающие катапульты. Когда у Фридриха такое было, когда Фридриха просто черного били, по-моему, 5 напрягающих катапульт, это была прям совсем жесть. Тогда почему-то никаких лучников не было. А здесь Фридрих атакует, у нас абабские лучники что-то там стоят, какие-то там конницы подбегают. Так что, не, очень-очень обидно, конечно, за Фридрихов. Они даже не могут свои нормально катапульты напрягающие использовать. Кстати, а сейчас у мудрого 8800. 5-5-5-3-5-5. Думаю, вы понимаете, о чем я. Но, типа, он, кстати, может, в принципе, сдохнуть. То есть, единственное, что ему сейчас может помочь, это Фридрих 1, Фридрих 2. Вдвоем скооперируются, атаканут, и все. Но у нас сейчас справедливо атакуют, поэтому я думаю, Фридрих 2 очень не скоро будет атаковать, потому что сейчас справедливо и нормальненько так ему долбанет. А вот интересно, они пошли на первого Фридриха, я так понимаю? Да, они пошли первого атаковать. А что у первого? По войскам плохо? Ну, чудо. Блин, прикольно. Окей, ладно, у нас тут две катапульты и одна баллисточка получилась. Кстати, манганели, о, хорошо уничтожают. Хорошо получилось уничтожить. Окей, ну как обычно, одним камнем просто две катапульты цепануло, а дальше уже развлекались. Подожди, это была атака Саладина Мудрого. Он свою атаку только что застроил зерновой фермы. Ну, ладно, так и должно быть. Все окей, там должна была быть хорошая атака, но, видимо, застроил сюда. Бывает. Ничего страшного. Искусственный интеллект, да. Ну, арабские мечники вынесут фронтальную линию обороны, но здесь тогда нужно вынести вот этих лучников, вот этих арбалетчиков. Да и вообще, в принципе, Фридриха удерживать в нестабильной экономической ситуации. Ну, вы же понимаете, что не получится этого сделать, потому что, в принципе-то, очень много арбалетчиков здесь, и они хорошо так избавляются от арабских мечников. Да, конечно, эти башни... Ладно, тут только одна башня, в принципе, все. А, ну, Барбакан тоже, в принципе, все. Но это, по-моему, не помешает Фридриху нормально отбиваться от атак. Даже если мы сейчас просто одну башню Саладин убирает, то у нас остается все равно одна манганель, которая будет работать безотказно. 9600 у Саладина. Так что я просто жду, пока этого Саладина донапрягают уже до конца, потому что сейчас уже бежит конница. Конница закрывает у нас один барбакан, конница у нас закрывает второй барбакан. Я надеюсь, что они смогут закрыть третий барбакан. Вообще выглядит это великолепно. Минус одна каменоломня, минус абабский мечник, минус еще дополнительно привязь, но это все. То есть конница что-то как-то сработала очень плохо. Было классно, когда они атаковали, и все вместе конницы потом ходили и Саладина напрягали. Ну окей, бежит, короче, от желтого у нас напрягающая конница, ничего не делает. Хашечки сосут. Где это видно, хашечки сосут? Обалдеть, вот это да. Зато смотри, катапульта здесь красная, здесь зеленая. Не получится даже, наверное, подойти, потому что опять бегут эти конные лучники. То оазис защищают, то напрягают. В общем, с Ладином все хорошо. Кстати, смотрите, второй Фридрих начал атаковать. Интересно, будет ли атаковать еще кто-нибудь? Второй Фридрих кого хочет атаковать? Желтенького. По войскам? Да, вроде как желтенького хочет атаковать. Так у желтенького тоже 11 тысяч денег осталось. Хо! Так оно и Фридрихов, если вы посмотрите, 13, 19, 15. Ну как бы... Тут вообще непонятно ни хрена. Ну, пока вроде как Саладины по экономике нормально рвут, так что все будет окей. Ну, Фридрихи вообще-то сырьевики. Если у них сырье добывается, значит, у них добывается армия. Значит, у них постоянно будут какие-нибудь лучники, мечники точно. Арбалетчики, так тем более. Понятно, что, возможно, кожаных бронь не будет, но... Кому эти кожевники вообще нужны? Окей, а кого они пошли атаковать? Лучники просто пришли в оазис, отвоевали оазис. Вопрос лишь в том... Сбоку не отвоевали. Вот в этом вот и вопрос. Что они полностью за центр воюют, и хорошо у них получается. А сбоку нет, а сбоку просто стоит Саладин и долбенит по полной программе. Вот приходят европейцы, и европейцы просто что делают правильно? Расстреливают. В нулищу. Базовые арабские мечники чё просто приходят и убирают всех арбалетчиков из оазиса. Здравствуйте, приехали. Саладин мудрый смог уничтожить абсолютно все. Ну, кстати, какая-то атака тут идет даже от Саладина Мудрого. Ничего себе. Обидно, конечно, тут очень Фридрихи так прям жидненько отлетели. Я даже не понял, где их атака. А у нас сейчас, смотри, у нас сейчас желтенький решил вместе с Саладином Красненьким скооперироваться и долбануть Фридриха Первого. Он в это время атакует. Что ты делаешь, дебил? Что ты делаешь? Зачем ты атакуешь? Хотя, в принципе, не, он вывел арбалетчиков. Эти сейчас арбалетчики по Бырику должны от всех арабских мечников избавиться. У нас еще есть европейцы. Европейские, я не знаю, кстати, смогут ли нормально... Да, все окей. Здесь маленькая проблемка. Он просто встал и его долбенят
Одна, а, все-таки ладно, одна мангонельчика долбенит, я-то просто думал две. Но тут еще дополнительные арбалетчики вдалбливают, причем с цитаделечки второго Фридриха. Да, конечно, атаки по диагонали у них очень неразвиты, у этих ботов. Но да и ладно, фиг с ним. Кстати, еще допол... Да ладно, еще и справедливый присоединяется к этой заварушечке. Справедливого, кстати, так нормальненько справедливит вот эта вот трибушечка. Если бы она еще коробу кидалась, цены бы не было. Потому что сейчас она попала по коню. Ну, ладно, вот эти вот две штуки камнями обстреляют здесь все, что только... Кто-то только построилось. До свидания. Все, атаки закончились. На этом атаки закончились, то есть даже вот это вот можно не смотреть в принципе. 8900, 6200, 9800, 16000, 15000, 22 у справедливого. Справедливый единственный, кто в принципе здесь может реально закэрить все это дело, потому что 23000. Реально, он может еще атаковать, 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 атаковать. А вот эти вот два уже все. Они по факту почти сдулись. Но они сдули первого Фридриха почти. А два других просто сами по себе сдуваются, потому что не могут воевать за Оазис. Потому что Оазис под контролем Саладина Мудрого вот с таким вот количеством абабских лучников. И... А, ладно, здесь Фридрих молодцы, в принципе. Попытались. Но тут маленькое количество абабских лучников от желтого Саладина. Но, в принципе, Фридрихи на двоих. Второй, третий. Вы видите, тут чуть-чуть. То есть, в принципе, что-то пытаются удержать. Но они держат центральный, а не... Ну, ладно, не совсем центральный, но больше, короче, они держат крайний. Вот, вот здесь они, в общем, выдерживают все полностью. Ну, так все остальное под контролем-то не их. А здесь у нас, смотри, вот теперь они выдерживают полностью Оазис. Окей, со своей стороны. Но центральный-то они не выдерживают и не выдерживают боковой. Потому что бегает конница и расстреливает этих европейских лучников. Блин, какие же они слабые, это ужас. Европейские лучники. Ну, правда, конница тут тоже что-то бегает. А где хваленая Фридриховская конница? Чё так мало? Фридрих должен своей конницей просто бегать и разносить чертям собачьим. Это же Фридрих. А чё конницы так мало? А где вся? Я что-то не понял. Реально, а где вся? Сто. 345 армий. 100 денег. Желтый Саладин, походу, решил ультануть по полной программе. Ну, то есть у него максимальное количество армий. Единственное, что теперь надо правильно атакануть, потому что если его расстреляют мангонели, это будет не очень приятно. А так и будет, скорее всего. А так и будет. Побежал у нас конница. Благо, пока лагов не было. Повезло. Побежала. Ох ты ж, ёкарный бабай. Вы посмотрите, вот эта вот абабская армия просто выходит сюда. Плюс дополнительно у нас скооперировался со справедливым. Я еще думаю, сейчас подбежит мудрый. О-хо-хо! В три щели бедного Фридриха три Саладина будут уничтожать. Вопрос какого? Скорее всего, первого. Да, Фридрих Первый Барбаросса, крепись. Потому что с тобой сейчас будут вытворять всякие разные интересности. Да, разные прям интересности. Ну, в общем, первая атака пошла. Не знаю, что тут у нас по лучникам, но вроде как передняя линия, ну, фронтальная линия обороны полностью закрыта. Тут, кстати, прибежали сейчас еще арабские лучники. Это минус две трибюш... Ой, мангонельки полностью. Больше мангонели нет. Я не вижу того, что пока что уничтожается вот этот арбалетчик, но скоро он уничтожится. Ассасины так нормально повредили все-все-все-все-все волчьи ямы. Прокапывается ров наконец-то рабами. Рабы смогли прокопать ров, открыли некоторые промежутки в зубах у Фридриха. Осталось теперь только абабскими мечниками начать наконец-то эти промежутки вскрывать по полной программе. Да, они начали вскрывать, даже конница прибежала, в принципе, сюда. Но, по-моему, это не так работает, потому что у Фридриха все еще 100 армий есть, все еще окей и нормально. Но тут маленькая проблемка, застроилась почти вся армия. Кстати, пошел атаковать Фридрих II, не знаю, что там по Фридриху III, будет ли он атаковать или нет. Но Фридрих II будет атаковать справедливого, у которого денег очень много. А здесь у нас абабские мечники, да не, просто сносят и все. Они здания не видят, он бы сейчас бы сломал вот это здание, просто он же зашел бы уже в замок. Почему они здания не видят? Блин, очень странный алгоритм, реально. Прям аж напрягает. Просто вот он сейчас уничтожил бы здание, всеми своими арабскими мечниками пошел бы. Ну и хотя бы что-то попытался. Он бы не победил, но просто очень нормально так снял бы европейцев. Реально просто снял бы с Фридриха Первого ресурсы. Фридрих Первый по деньгам, все. Справедливый,
у нас по деньгам 19. У желтого 1000 денег, у кстати, мудрый так нормальненько, 11 тысяч. Ну, просто понимаете, фишка-то в том, что первого Фридриха это втроем в три щели пытались. А тут история такая, что Саладин мудрый в это время завоевал полностью оазис и развивался. Ну, потому что в три щели били его прямого оппонента, поэтому денег так много. Все очень просто. Но здесь у нас Фридрих первый с нулем, желтый Саладин с нулем. Я, кстати, не знаю, будет ли Фридрих вообще первый наниматься или нет. Пока у Фридриха еще двух денег достаточно, у справедливого Саладина деньги исчезают постепенно. Ну, слушай, тут, походу, будет на износ. Вопрос лишь в том, кто сможет кого изнасиловать. Без разницы, тут и так будет нормально. История еще в том, что он не копает ров. Я не знаю почему, он реально не выкапывает ров. Я не вижу ни одного лучника, который попытался бы хотя бы покопать этот самый ров. Не, подожди, что-то лучники бегают, через башню вышли. А, то есть он их послал копать ров, а они просто через башню взяли и вышли, пошли копать ров. Багами пользуемся, да? Эх ты, пользуются багами. Окей, справедливо решил атаковать. А сколько у него там? 314 армии. Ну, такое себе, по деньгам тоже такое себе. Я типа не знаю, может быть сейчас его поддержит желтенький 247 армии. Но а в смысле, как вы вообще собираетесь атаковать? Кого? Второго Фридриха? А зачем? Ну, вообще, да, он, наверное, второго Фридриха собирается атаковать. Да тебе сейчас надо первого досаждать, у него денег вообще нет. Ну, по идее, да, Манганелечка вот это улетает первая, вторая не знаю, но хп вообще никаких. Вообще никаких. Абсолютно. Руинка здесь появилась, руинка здесь у нас. Не знаю, что по этой башне. А, эта башня до сих пор. Кстати, по-моему, ее до сих пор никто не уничтожал. А, ну так никто его не атаковал, поэтому никто не уничтожал. Блин, посмотри, какое хп здесь у двух арбалетчиков и вот этого, и вот Манганелечки. Никто не может ее снести. Башня сейчас улетит. Трибушечка улетела уже. А ну, в принципе, все. А что тут думать? В принципе, все. Атака закончилась вот на вот этом вот. То есть, по сути, справедливый свои войска только что слил. Да. 270. Но он будет копиться уже, видимо, до упора. У этого Фридриха, кстати говоря, тоже нормальное накопление происходит. То есть, да, при том, что даже эти Фридрихи по экономике, ну так себе, можно было оружейную экономику им жесткую сделать. С Саладинами они могут нормально воевать. Реально могут. Но Саладинов не хватает немножечко огневой мощи, а-ля конницы. Тут реально чуть-чуть, буквально хотя бы по 10, по 20 конниц можно докинуть в каждый алгоритм атаки. Саладин бы был еще более сильным. Ну и убрать, естественно, огнеметатели, они нафиг не нужны в атаке. 4000 у нас у мудрого, про которого и которого я уже все хороню с самого начала игры. А он тут еще нормально держится, так по итогу. Так справедливо, 12000. А мудрый все еще до сих пор при деньгах. Ну так правильно, конечно, кого они бьют? Первого Фридриха, а Фридрих первый ничего не может сделать, потому что в оазисе у него лучники не стоят, нифига. Хотя тут и мудрый особо ничего не может сделать, потому что тут вроде как у Фридриха лучники-то закрепились. Приходят эти арабские. Арабских лучников нормально так европейцы на подходе разрубают. Ну да, тут плюс 5, понятное дело, с почтительностью, хотя тут... А, тут 0 почтительности. Ну, в общем, по итогу Фридрих первый справился. Европейцы дешевле стоят, чем абабы. А абабы, если вы посмотрите, 2000 еще денег имеют. Так что, ну тут еще дополнительно второй пришел Фридрих помочь. Вообще все шикарно. Нормально так с оазисом получается. То есть они хорошо у мудрого оазис конфискуют. Тут, правда, у желтого... А, ну, так как желтый не может больше вообще воевать, то третий Фридрих свой оазис полностью под себя подмял. Теперь у третьего Фридриха есть оазис. Потому что все-таки еврейские лучники. Европейские лучники намного круче в плане дешевости. В плане повоевать на больших ресурсах нет. Вообще не круче. Намного не круче. Кстати, что-то тут европейские мечники забыли, причем они реально просто вышли и начали бить этих лучников. Посмотри. Просто один мечник решил вычистить всех лучников в оазисе. Почему Фридрихи так никогда не делали? Я не понимаю. Ладно, решил на желтый Саладин атаковать. Интересно, будет ли он тут свое войско опять загораживать, застраивать оазисными зданиями. Надеюсь, что нет. 1000 денег, 3000, 2000. Все, Саладины, все. Это последние атаки будут примерно от них. Потом будут очень-очень-очень долгие атаки. Очень долгие. Кстати. А, подожди. Мудрый решил атакануть и просто постоять абабскими мечниками. Хорош, красавчик. Просто постоял. Кстати, в это время тот Фридрих, которого я хранил, лучше всех к защите готов.
потому что у второго Фридриха вообще никакой защиты нет. Но из-за того, что Мудрый очень классно размудрил, то атака говно получилась по итогу. Так, здесь у нас просто подпалилось здание, все окей, я просто думал, может быть, армия еще пропалится. Не, нифига. Башня улетучивается, здесь все должны улетучиваться. Два вот этих арбалетчика должны тоже улетучиться, в принципе. Не знаю, как же ж хорошо попадает Манганель, ну ёперный ты театр. Просто стоит Манганель, расстреливает эти самые осадные орудия и, блин, буквально с трех попаданий выбивает два. Неадекватная фигня вообще. Максимально. Рабы, кстати говоря, смогли почти прокопаться. Нет, не смогли прокопаться. У Саладинов по деньгам. Окей, ладно, Саладинов, в общем, туда не хороним, потому что у Саладинов деньги копятся как будто вода. Реально как будто вода. Я не понимаю. Ну, по 500 в месяц, конечно. Чё тут не понимать? Хотя, в принципе, у Фридриха так-то, если что, все окей. Да, вроде все плохо, но у сырьевика Фридриха деньги копятся. Блин, он нанимается и копятся деньги сверх того. Это очень круто. Ну, во, вроде нормально. Вроде даже хорошо. Отбились, отбились, отбились эти Фридрихи, полностью отбились. Но черный, конечно, сейчас очень много ресурсов потратил на то, чтобы построить опять свои какие-то, наверное, напрягающие осадные машины. Тут еще дополнительные защитные стоят, вот это, скорее всего, две трибушки, а вот это вот напрягающие. Я типа не понимаю, почему они так хреново реально тратят деньги на них. Ну, он просто взял и потратил что-то около 2000. В никуда. Ну, тут молодец третий. Выдерживает своего Саладина по полной программе, потому что... А, это атака пошла. Все, ребята, сейчас будет интереснее посмотреть на атаку Фридриха, потому что мы атак Фридриха реально хороших не видели. Кстати, всего лишь две требушетки строятся, очень обидно. Хотелось бы, конечно, побольше, потому что инженеров реально до хрена. Улетучивается башня сразу в руину. Мгновенно, буквально. От одной требушетки, кстати, избавляются, потому что манганель. Да, неприятно. Ну чё, вторая башня тоже руина получается? Не, пока не попадает требушечка. Чуть-чуть осталось у нее хпшечки, но в принципе она еще успеет пострелять. Но если она так попадать будет, конечно, руинка. Руинка и хорошо, не попал. Великолепно, у Саладина желтого две руины. Шикарно. Да, европейцы, конечно, тут нормальненько впиливают и впиндюривают. Ща, короче, арабов они положат. Арабские лучники сейчас тоже будут постепенно улетать от этих самых европейцев. Я не знаю, что тут будет по башням или не будет по башням. Ну, европейцы так нормальненько встали долбенить Саладина. Ну, правда, конечно, небольшие лаги начались. Наконец-то побежала конница, хваленая Фридриховская. Начала долбенить все, что есть у Саладинов в экономике. У желтого Саладина реально огромные проблемы экономические. Не знаю, как у остальных Фридрихов, но, в принципе... Да, пошел черный атаковать. И если сейчас еще черненький сюда присоединится, тебе нужно атаковать желтого Саладина прямо сейчас. Желательно еще и с конницей сверх того. Первый Фридрих долбенил конницы свои. Побежала еще одна конница. Скорее всего, вынесет все, что есть у нас на рудниках. Все, что есть, скорее всего, на вот этих вот нефтяных скважинах. Все, что есть на каменоломнях. Вообще все сейчас несет эта конница. Абсолютно все попыталась пронести, но пронесла только одну каменоломню, потому что... Как обычно, впрочем. Ладно, ничего страшного, 225 армий есть у Саладина. Тут бы одного Саладина выпереть. Ой, как у Мудрого, 345 армий. У Справедливого 3260 армии. Тут у Фридрихов вроде как денег нет. Ну вот 17-12 тысяч и тысяча. Так у Саладинов тоже нет денег, но битва до сих пор продолжается. В том-то и дело. В том-то и дело, что битва до сих пор продолжается и походу заканчиваться не собирается. Ну, арбалетчики побежали у нас от первого Фридриха, я так понимаю, к желтому Саладину. Но при этом здесь атака идет от Саладина Мудрого. Интересно, по кому она будет произведена? Скорее всего, по Фридриху 2 Барбароссии, я так понимаю. 150 здесь у нас армии, 11 тысяч денег. В принципе, он восстановится при любом раскладе. Ну и конница нормально так подвлекала немножечко стрелков, но из-за того, что конницы все-таки это не так много, получилось нехорошо. Хотя, я даже не знаю.
Я реально даже не знаю, но ладно, абабские мечники пошли у нас ко второму Фридриху. Я думал, они просто пойдут к первому, тут ассасины пошли почему-то к первому. Так они параллельно пошли немножечко ломать оазисное строение. В принципе, это даже неплохо. Окей, но здесь они пытаются всего лишь фронталку разбить. И здесь нет рабов для того, чтобы прокопать ров. Да и он не поможет. Не хватит ресурсов. Тут очень много армии. Очень. 9 тысяч. Ну, 2 тысячи потратит. Да, он реально 2000 потратил просто на оборону. Неплохо. То есть у второго Фридриха все окей. Здесь Саладина вообще оставили без башен. То есть осталась только одна башня с Манганелью, в принципе. И я не знаю, что там по... Ну, блин, 257 армии у Желтого. Не, Желтого очень хорошо. Реально очень хорошо. Просто нужно его немножечко поднапрячь еще дополнительно. То, что Саладин из-за того, что атакует, получает деньги. Но здесь у нас от Саладина, в принципе, он быстро отбился. Фридрих молодец. Второй. С первым реально были проблемы, но первый сейчас, даже при том, что у него денег нет, вообще офигительно развивается. Мало того, он оазис на себе держит, хотя сейчас он немножечко его просрал. Но он его на себе держит. То, что пришла конница, сейчас, скорее всего, конница немножечко порубит этих самых абабских лучников. Полностью порубила всех абабских лучников. Или там Саладин поставил дополнительно свое здание, как говорится, friendly fire. И все. И конница отработала свое, да. Полностью от арабских лучников избавились. Да, пришли саладиновские справедливовские арабские, справедливые арабские лучники, так и будем их называть. Но это не помогло, потому что сейчас приходит сюда Фридрих со своими арбалетчиками, со своими лучниками. И все, приходят арабские мечники. Тут у нас арбалетчики, естественно, будут улетучиваться арабские мечники. Ничего не получится сделать. Конница бежит, конница уничтожает все, что есть у нас у Саладина Мудрого и Справедливого, в принципе, в оазисах. Но со стороны именно Мудрого. А все, Мудрого 1000 денег и 150 армий. То есть следующие атаки, по идее, должны быть... Ну, если, конечно, два Саладина, вот этих вот справедливые желтые, не смогут разрядить какую-то атаку, то окей. Потому что тут почти 300 армий, здесь почти 300 армий. В принципе, они могут разрядить атаки, но тут нужно, чтобы синхронизировались оба Фридриха. Что первый, что второй, что третий. Долбанули одного Саладина, и все. То, что у Мудрого говно. Реально говно. 183 — это не армия. Вот 300 — это армия, да. Тракториста. Армия тракториста. Угу. Ну, что-то тут, конечно, пытаются абабские лучники в оазисе сделать, но я не думаю. Не смогут. Не потянут. Потому что конница их разрывает. Конница все уничтожает, что есть в оазисе. Я не знаю, будут ли... Ну, они вроде как пытаются, да. Пытаются уже до конца поднапрячь этого самого мудрого Саладина. 204 армии. 330-302. Здравствуйте, я ваша тетя. Я не понимаю, как они копятся. У него закрыта экономика, у него две башни разгромлены, у него здесь не было только что вообще ничего. Его долбенила конница, но он нанимается. Тут такая же история. Конница просто бегает, закрывает все барбаканы. Он не добывает никакого сырья, он внутренним производством производит себе просто войска и деньги. Саладин. Лучший бот в пустыне. Кстати, Фридрихи решили ультануть походу. 270, 260 и 260. Охренеть. У-у-у, пошла ульта. 6 трибушечек. Хо-хо-хо. Нужно лучников по бабских снять. Сними их нахрен. Сними, хорош. 5 пока работают. Одну башню сняли. 4 трибушечки. Пошли хреначить по полной программе. Давай. Нормально. Хорош. Блин, Фридрих наконец-то нормально пошел атаковать. 6 трибушеток просто поставил и снес одну башню Саладину, вторую башню Саладину. Пронес полностью всех европейских лучников своих, но при этом забрал всех арабских, которые хотели забрать трибушечки. Так что все шикарно. Осталось только донести эту башню. Хорош, руинку сделал, но руинку уничтожил, да и фиг с ним. Вторую башню пронес центральную. Осталось только, конечно, баллисты разнести, но баллисты, в принципе, пока не работают. Хотя тут, посмотри, тут 3 трибушечки на честном слове стоят. Но выносят все, что есть в этой карте. Абсолютно. Все, что есть у мудрого Саладина, выносится. 222 армии. Осталось только просто напасть остальным. А никто не может напасть, потому что пошел справедливо снимать с мудрого атаку. Своей атакой, естественно. Ну, это так просто боты делают. Понятное дело, что они не смышленые, но получилось так, рандомно. Но он реально снял с него немножечко атаки. Потому что сейчас Фридрихи не смогут нормально атакануть. Он как раз-таки первого атакует, который только что атаковал Саладина. Тут у нас еще 2 дополнительные трибушечки, они должны отработать свое. Причем они реально хорошо отрабатывают. Ты посмотри, как они мутузят этого самого Саладина. А бабские мечники в это время справедливовские дохнут за то, чтобы просто снять осадку с этого самого мудрого. 1000 денег. 1000 денег, да, неприятно. А так у справедливого и желтого как раз-таки... А, еще и желтый пошел атаковать! О-о-о!
Ни хреново, два брата Саладина пришло просто спасти своего собрата, умирающего. Ну тут действительно Саладину очень плохо было мудрому. 261 армии, ну теперь уже неплохо. Теперь они его просто спасли своей атакой, осталось просто Фридрихом скооперироваться все вместе. Ну, один скооперировался, поставил 6 требюшеток, показал, что это такое. Если сейчас еще два других скооперируются и поставят по 6 требюшеток, это будет вообще 12. Хлоп-хлоп-хлоп, минус все башни. Очень круто. Мне реально, мне понравилось 6 требюшечек, просто минус одна башня сразу, минус вторая башня сразу, минус еще одна башня, потом еще минус одна башня. Ну, в общем, нормально там получалось. Реально очень хорошо. Всегда бы так. То есть Фридрих реально может жестко атаковать. Это уже нам показал на примере первых Фридрих. Осталось дождаться всех остальных, но я что-то не вижу, что они... Хотя тут вроде что-то лучники бегут. Не, это лучники напрягающие в оазис бегут, это базовые какие-то там оазисные защита. Эх, блин, ничего интересного. Но в это время справебыдлый со своими 7000 просто пришел лававскими лучниками защищать оазис, поэтому... Денег много, 7 тысяч, он может сколько хочешь оазис защищать для того, чтобы как раз все остальные саладины могли бы реально очень хорошо подобываться. Уходят эти лучники, повезло очень сильно, нужно, чтобы сейчас объединились две вот этих вот небольшие армии для того, чтобы позащищать оазис. Ну, не знаю, смогут ли они, не смогут. Вроде как нифига они не могут, а мудрый дополнительно сейчас своего оппонента полностью оазиса лишил. 300 армий, да. Кстати, пошел нас атаковать черненький. Ну или же просто Фридрих II. Не знаю, будет атаковать Фридрих III. Мне, кстати, даже интересно, кого, если уж будет. Но я так понимаю, они будут атаковать справедливого. 185 армии справедливого. Нифига нет, скорее всего, он будет нанимать только базовых арабских лучников. 5 требюшеток прилетело ему просто в рыло. Прибежали лучники, я не знаю, смогут ли хотя бы чуть-чуть манганелечек поуничтожать. Потому что манганелечки будет очень больно уничтожать требушечки. Вы уже это прекрасно видите. Просто улетучиваются из-за того, что нифига нет. Улетучилась у нас сейчас манганелечка одна. Арбалетчики приходят, вторую манганелечку пострелять нифига, наверное, не получится. Требюшетки стреляют по башням. По башням что-то у них нифига не получается попадать. Две требюшетки только рабочие из 5. Эх, неприятно. Ну да и ладно, одну башню они уничтожили, в руину превратили. Ладно, они продолжают вторую башню уничтожать, потому что руинку снесли, там место появилась башня. И все. И все, пришла конница. Посмотри просто, вот это такое. А это у нас решил, по-моему, желтенький атакануть. Так у нас еще дополнительные третьи Фридрих атакуют. Эх ты ж, блин. Так неприятно получилось. Но тут очень много вавских лучников. Они просто стоят и расстреливают. И никто им ничего сделать не может. Кстати, у Саладина 321 армия. Блин, как Саладин хорошо обороняется. Блин, как у него хорошо все в замке. У его замковая экономика в четвертом замке — это полнейший дисбаланс в игре. Я не понимаю, это реально лучший замок вообще в игре. Нет ни одного такого замка, который способен так хорошо приносить деньги. Даже в самой дерьмовой ситуевине. Европейские мечники снесут одну башню, скорее всего. Наверное, да, снесли центральную башню с Саладином. Это нифига не даст. Это просто минус одна манганель временно. Ой, атакуют у нас еще мудрые, атакуют у нас желтый Саладин. Все пытаются атакануть Фридрихов, но атакануть они нифига не могут, потому что у Фридрихов денег много. Они, в принципе, еще могут защищаться. Кстати, у синего Фридриха первого, которого денег нет, великолепная защита стоит на цитадели. Там до хрена арбалетчиков, просто улетучиваются абабские мечники, как будто так и надо. Ну все, атакуют Фридриха второго, да какой толк-то от этого? Потому что все равно сейчас через первого Фридриха они проходят, и через первого Фридриха они помирают. Причем так нехиленько помирают, посмотрите. Нет, понятное дело, рабов, потому что их уже откидали. Минус башня у Фридриха второго. Скорее всего, сейчас улетучивается еще и вот эта квадраточка. Так это не страшно, у него еще 7 тысяч денег. Я уже сколько говорю о том, что у него денег нет, но деньги у него есть. У Саладинов забудьте, деньги эти есть на постоянной основе. Я-то думал, нет, в принципе, будет намного проще. Нифига не намного проще. Нифига. Нурвы защищают очень хорошо. Саладинов просто не копает. А это самое обидное. Вот сейчас бы какие-нибудь арабские лучники ров бы копали. Реально было бы намного лучше. Ну, вообще, ладно уже, не арабские лучники. Пусть хотя бы прачники бы ров копали. Потому что, в принципе, они от арбалетов тоже нормально снаряды выдерживают. Опа! Пошла атака у нас от первого Фридриха. Ну, слушай, 153 армии. Если бы сейчас... Блин, тут у справедливого 300 армий снова. Ёкарный бабан. Сейчас может просто взять и снять опять с него атаку. Эх, будет неприятно, если он снимет с него атаку. Кстати говоря, я не вижу ни одного сосадного орудия. Атака вроде пошла, но сосадных орудий нет.
Да. Что-то как-то да. Ну, то есть долгожданная атака просто увенчается, по сути, ничем. Ну, ладно, отвоевыванием оазиса и, возможно, еще чуть больше экономической блокады, чем была. Как бы, ему пофиг, у него 6 тысяч. Ему реально насрать. Ну, поубивайте немножечко, конечно, базовых этих арабских лучников. Окей. Типа, потратит он чуть-чуть денег. Ну, тысячи... тысячу. Пусть будет, на всех этих лучников. По сути, мне кажется, он ее даже не почувствует, эту тысячу. Он по 500 в месяц добывает. Ему, в принципе, пофиг. Ну, конница прибежала, понятное дело. Конница запирает абсолютно все, что здесь есть. У нас... никто больше не атакует. В принципе, только конница работает. Ощущения такие, что у Фридриха даже шансов нет. Они просто не могут. Но потом вспоминаешь, как Фридрих 6 требушечками влетел в Саладина. Да. И кажется, что шансы есть. Просто нужно, наверное, немножечко подускорить игру. Но сильно я этого делать не буду, потому что игра любит вылетать. Причем именно в конкретно этой битве. Так что будем надеяться, что игра просто не вылетит. Почему вылетает? Потому что авабские мечники пытаются найти путь через ров, а они могут этого сделать. Из-за этого такая фигня есть. Такая же фигня, кстати, с европейскими мечниками, потому что у Саладина перегорожен замок с зданиями, а здания вообще баты не видят. То есть я не понимаю, почему. В Стронге первом здания уничтожаются чуть ли не в первую очередь. Здесь баты просто не видят. Как говорится, отрезаны искусственные теле, кастрированы. Пошла у нас первая башня у Фридриха отлетать. Остатки... Я смотрю просто на это и на это. Ну, башня не отлетит, видимо. Да тут ничего не отлетит, потому что Фридрих пока находится под урвом. Никто ему ничего не сделает. Кстати, второй пошел атаковать. А, нет, не пошел атаковать. Это просто... Ни хрена там конница бегает! Это вообще нормально, адекватно? А, это атака пошла. Окей, ладно, тогда это адекватно. Я думал, это напрягающая конница бегает. Что-то там пытается от оазиса к оазису защитить что-то. Офигеть. Ну, европейцев много. Вроде как еще тут... Второй прибегает Фридрих помочь. Но что-то как-то не получается. Кстати, очень много абабских мечников бежит. А сколько там вообще получается? 290 армий. У Мудрого 320. Тут 290. Фридрихи, скооперируйтесь, пожалуйста. Кстати говоря, тут подпалочка была жесткая. Разнесли к чертям собачьим. Если только сейчас не будет застроена эта армия, ну, в принципе, она не будет застроена. Да и инженер не построит здесь огневой баллисту. То есть, в принципе... Вообще никакой сосадки не будет у этого Саладина. Зато мечников раскидывают как будто так и надо. А что-то бегут огнеметатели нападающие. Ну, как вы понимаете, эти нападающие огнеметатели — это просто мусор, который тратит деньги. 6 огнеметателей, 600 денег, ребят. Это партия вот этих вот лучников, защищающих Азис. Каждую атаку улетает у Саладина. Просто так, в никуда. В трубу. Кстати, о трубах. Марио! Ладненько, у нас здесь получается, что конница нападает на первого Фридриха. Не. Фронталка вроде уничтожена, но тут маленькая проблемка в том... Блин, рабов много на самом деле тут было. Но тут еще лучников много, и никто ров не прокопал. Ров не прокопан, Фридриха в принципе не уничтожить. Поэтому фронталочка, скорее всего, улетит еще разочек с помощью этих арабских мечников. И арабские мечники сдохнут, условно, хлебавши. Абсолютно. Но оазис они полностью отвоевали. Что для справедливого, что для мудрого Саладина. Так что, в принципе, все окей. Как обычно, они будут накапливать сейчас деньги. Кстати говоря, у Саладина сейчас, у мудрого все... Блин, 6 тысяч. Я-то думал, у него все. Тут желтенького сейчас бизнес. Кстати, два Фридриха могут это дело сделать. То есть сейчас бы... А, у черного деньги заканчиваются. Ребята, у второго Фридриха деньги заканчиваются. 1000 денег всего лишь осталось. Обломчик. Обломчик. Вообще никакой экономики нет. 290 армии. Ну вот если он этой армии сейчас атаканет куда надо, и желательно, пожалуйста, не мудрого Саладина. У него денег до хрена, он наймется же. Он же наймется, надо желтого Саладина атаковать. Но вы же не поймете этого. Три сосадных машины строятся в очень неудачной ситуации. Так что я не знаю, скорее всего, они даже не построятся. И в принципе, вообще не построились сосадные машины, будем считать. Ну, как обычно, впрочем, я так и рассчитывал. И остается только сейчас смотреть на то, как третий Фридрих сможет помочь завоевать оазис полностью для того, чтобы блокировать двух Саладинов по экономике и снести, наконец-то, этого уже чертового мудрого Саладина. Но, видимо, они его не пронесут, потому что тут все-таки денег масса. Ну, 3245 армий. Не, ребята, это невозможно снести.
Да и Фридрихи нифига не кооперируются. Тут должна была армия полностью скооперироваться, хотя бы какие-то лучники бы стояли, напрягали всех арабских лучников, которые тут бегают по оазису. Это было бы очень классно. Но нет, увы и ах, никто ничего такого подобного сделать не может. Вообще. Европейские мечники тоже нифига не могут, их просто мало. Вроде как у Фридриха тут по 300 армий, что-то там такое, что-то там пытаются атаковать. Саладины как фигачат 450 и погнали. А почему бы и нет, собственно. Фридрихи в этом плане просто меньше атакуют. Их реально больше напрягают, они больше сидят в защите. Но у них и защита не настолько хорошая, чтобы что-то можно было делать. Плюс конница, хваленая конница фридриховская. Где она? Я ее не вижу. Тут всего лишь каких-то 4 обрыганных коня бегают. Эта хваленная конница должна выносить все подряд. Абсолютно. Есть такая конница у Филиппа, есть такая конница у Фридриха. Вот они должны выносить вообще абсолютно все. Ну, кстати, если поставить одного Филиппа, я думаю, они просто не выдержали. Эти лягушачьи лапки не смогли бы, наверное, выдержать даже и вторую атаку Саладина. При том, что, скорее всего, атаковали бы втроем просто одного Филиппа. Французская дырочка, она такая, да, троих выдержит. Пошли у нас лаги игры, но это все ерунда. Но тут у нас просто атакуют желтый Саладин. 320, 320, 350. Мама мия! Марчелло, ты что делаешь? Пошел атаковать Марчелло, теряет всех инженеров, которые у него были, потому что конные сручники — это просто трындец, а не войска. Уничтожается сейчас осадное орудие, остается только одно осадное орудие. Как бы, в принципе, на этом все. Да и атака тоже все прикольно. То, что тупо две манганели бьют свою армию, friendly fire. Ничего не поймет. Ну, то есть там было 300 армий, стало 0. В это время справедливый. 345 армий, кстати говоря, он готов атаковать, атакует. Смотри, а он выбил уже одну башню, тут дополнительно еще пришли. А нихрена себе в это время тут что делалось. Оказывается, два Саладина в это время атаканули, плюс справедливый еще чуть-чуть. А если справедливый чуть-чуть смог... Да, чуть-чуть смог, но повезло, что здесь все открыто, рабы не смогли прокопать ров, так что справедливый, скорее всего, тоже уйдет отсюда, не сонных любовших. Но, блин, у Саладинов 6800 тысяч денег. Здесь сейчас будет миллиард денег. Не, ребят, это будет очень плохо, туго и нехорошо. На мудрого мы вообще не смотрим. Мудрый тут какой-то вообще прям лютый. Рейд-босс, наверное. Потому что, ну, я не знаю, как по-другому это описать. Тут идея вся в том, что у нас у справедливого денег 0, у желтого денег 0. Если бы сейчас бы атаковать справедливого, то, в принципе, будет хорошо. Но вы видите, что у нас атакуется сейчас вообще не понять, какой Саладин. Не понимаю, нахрена он его атакует, в принципе. Остается только, чтобы он переключил атаку хотя бы на справедливого, для того, чтобы попытаться европейским мечникам, ну, хоть что-то, блин, сделать. Ничего не может. Огневой мощи нет. Огневая мощь у Саладина — это конница и лучники арабские. А здесь что, европейцы приходят, дохнут, арбалетчики приходят, дохнут. Как бы небалансная огневая мощь. Вообще небалансная. Абсолютно. То есть что у одних должна быть огневая мощь, что у вторых. Здесь огневой мощи у европейцев я не вижу. И атакуют они мудрого. Ну, ёперный ты театр. Че ж ты мудрого-то атакуешь, дружище? Ну что, мудрого-то атакуешь, что? 190, 251, 219, 190, 130, 170. По деньгам вроде у этого Фридриха вообще все шикарно. Он должен тут наниматься как не в себя. 26 тысяч. Ну не выбелишь ему рынок. Ну вон он рынок стоит, ну не выбили они ему. Просто с этим рынком нужно чудеснейшим образом наниматься. Кстати говоря, у Фридриха Первого в это время 4000 накопилось. То есть он пока атаковал, у него реально хорошо денег накопилось. Блин, Саладины атакуют постоянно с очень мощной огневой мощью и атакуют одного. Фридрихи, я не знаю, что делают. Реально я не знаю. Ну, конница, конечно, опять же бегает по оазису. Ну, типа, это все. Я даже не знаю, как тут перевестись. Вроде хочется на 500 скорость перевестись, но вы же понимаете, что игра может в любой момент времени вылететь. Она не так сильно ускоряется. Вот на 300 еще, может быть, я могу посидеть. Ну, типа, на 200, 300. Ну да, немножечко быстрее. Просто она подвисает. Боюсь, что она может вылететь. Просто из-за невозможности нахождения пути.
Это типа переполнение памяти. Ну, тут дохнут, конечно, мечники. Вот пришли сейчас абабские лучники. Посмотри, что они творят с европейцами. Просто на подходе. Чуть-чуть подошел, стрельнул, подошел, стрельнул, подошел, стрельнул. Не, это забей. Саладина будет на постоянке отвоевывать оазис. Тут надо ждать именно конкретно атак. А атак конкретных ждать, ну, долго не придется, потому что здесь 350, 320, 240 это не особо важно. Хотя, кстати говоря, не, если справедливо сейчас долбенить, то, в принципе, можно реально справедливо всю экономику забрать. Так, чтобы, блин, лагать начала. Черт. Давай немного подснизим скорость, потому что лагать она начала нехиленько. Кого пытаются атакануть? Кого-то пытались. Кто-то кого-то пытался атакануть. Опять. Да, подлагивает опять. Кто-то кого-то пытается атакануть. Все, вроде перестал лагать. Можно продолжать. Или кто-то просто с цитадели слезть не может. Я почему-то вот сейчас начал думать, что, наверное, цитадель просто забаговалась. 350, и плюс еще, если сейчас желтый долбанет. Да, желтый долбанет, скорее всего, они будут долбенить по Фридриху Первому. Давай мы посмотрим это хотя бы в более замедленном действии, потому что здесь очень важно, улетят ли лучники или нет. О, кстати, тут у лучников совсем желтый. Ну, вот этих нет, вот этих да. Но здесь еще вот эти есть, в принципе. Опять подлагивает, но это не так страшно, это просто с цитадели кто-то слезть не может. Реально, видимо, это все-таки с цитадели просто кто-то слезть не может. Конница, кстати, хорошо на себя отвлекала, и получилась одна дырочка по итогу. Одна дырка есть. Не уверен, конечно, что эта дырка поможет как-то чудесным образом Саладинам победить, потому что сейчас два Саладина, в принципе, начнут жестко терроризировать Фридриха Первого, но окей. Уничтожено-то постепенно оно будет. Уже еще прокопана одна дырка, но, говорю, это вообще ничего в принципе не даст. Просто мечники немножечко долбенят стены побыстрее, да? Они смогут тут что-то еще раз долбенить. Вот сюда вот они, наверное, смогут раздолбенить. Скорее всего, они туда и пойдут. Но мечники дохнут очень. Просто вот стоят и дохнут, мягко говоря, пока эти самые стены долбенятся. Так что будет неприятно, но тут важно, что, да, пошел у нас, решил справедливый помочь. Все, дырка здесь была открыта, справедливый сейчас в эту дырку должен как раз-таки устремиться. Бежит он, кстати говоря, в эту дырку, но тут дополнительно еще сейчас камень подносится, так что камень принесся, дырка закрыта. Справедливый не успел, ни в коем случае, поэтому Фриверова Фридриха они никак не пронесут. Смотри, у Фридриха у первого много армий. У Фридриха у третьего много армий. У Фридриха у второго много армий. Ну, кого-нибудь возьмите, соберитесь, просто атаканите одного Саладина, пожалуйста. Ну, типа, вы просто можете это закончить вот таким вот образом. Или Саладины, в конце концов, понакопят по 400 армий, синхронизируются и долбанут одного Фридриха, и все. И на этом тоже все закончится, в принципе. Потому что потом один из них будет прокапливаться, и он будет на постоянке атаковать невысовывая. А этот вообще второго атаканул. Окей. Ладно. Сейчас они должны, кстати говоря, все вместе навалиться на справедливого. Просто навались, мужики. Ну. 270, 260, 280. Ну, навались, мужики. Ну, пожалуйста. Короче, они будут сидеть копиться. В это время сейчас справедливый наймет, кстати говоря, нормально так армию. Потому что у него 3000 денег есть. Ну, 200 армий у него будет. Да, 200 армий у него будет точно. Так, а все, они, по идее, должны мудрого атаковать. У мудрого там проблема. По армии. Хотя хрен его уже знает, кого они тут уже должны атаковать. Тут надо понимать, когда вообще они будут атаковать. Потому что я тут смотрю, Фридрих Первый вообще 300 армий хочет накопить, я так понимаю. И только после этого атакануть. Эти двое тоже 277 и 300, 310, он не атакует. Ага, подожди, а что это значит?
Кстати, стоят сейчас вот эти европейцы, к ним подбегают абабы, они этих абабских лучников просто сносят. То есть, в принципе, пока у Фридриха II нормальный контроль оазиса, вроде как он не дает справедливому развиваться. На справедливого надо нападать. Но, ребята, тут вообще пофиг, 270 армии, Саладинам вообще насрать, у них просто купится настолько много денег, что они успевают подкопить настолько много армии. Это невозможно. Только если три Фридриха сейчас реально вдолбят жестко по одному, но такого не будет, я не вижу до сих пор. То есть просто Фридрихи сидят, пока Саладины не атакуют. Саладины атакуют, Фридрихи все равно сидят, а потом по одному начинают атаковать. По ощущениям, Саладин прям прессует реально... Ну, Саладина прессует Фридрихов жестко, но я не думаю, что это бесконечка, вот в том-то и дело. Я просто вижу моменты, когда или Саладин уже могут победить, или Фридриха. Кстати, уже пошла атака у нас наконец-то. Пошла атака от второго, пошла на справедливого. 312 армии, одна трибушечка всего лишь готова. Эту одну трибушечку в нулище, в мессину просто сносят эти арабские лучники, которые подбегают со всех сторон. Да, ну и как бы это все, по сути. Пошла еще одна армия. Атаковать. Правда, кого не понимаю, 320 армии. Путаюсь уже в цифрах. 270 у нас у господина Фридриха III. Он пока атаковать никого не будет. Хотя было бы неплохо синхронизировать атаку. Я не знаю, кого они будут атаковать. Мудрого, справедливого. Тут уже без разницы. 6 тысяч у одного. По 300 армий у каждого Саладина. Саладины слишком быстро стали выкапливаться Фридрихи. Постепенно сдают позиции. Но тут история в том, что пока есть рвы, Фридрихи позиции сдавать, естественно, не будут. Хотя не было рва, уже Фридриха бы давным-давно пронесли. Как вы уже это могли ранее видеть. Инженеры просто уходят обратно, не строятся сисадки. Не строятся с осадные орудия. Да, очень много, конечно, тут у нас европейских мечников, но если осадное орудие не строится, то смысла в принципе нет. Мудрый решил атаковать в ответочку. Мудрого там 340 армий. Ему в принципе поровну. Ты посмотри на эту компрессию мечников. Ей вообще в принципе поровну. Что делать, как делать, кого атаковать. Да, пошла у нас фигнюшечка. Зависать начали почему-то. Почему зависать начали? Потому что, наверное, через Барбакан хреново проходит уже. Я уже даже не знаю. Три Саладина сразу начали атаковать второго Фридриха. Да, будет жестокая битва. Реально будет жестокая битва. Вся конница решила просто влететь в этого Фридриха. Осталось теперь только рабами чуть-чуть прокопаться. Рабы почти, кстати говоря, добежали. Блин, ну тут просто инженеры немного помешали. Рабы добежали вторые, но одну дырочку они прокопали. О, так эту дырочку могут разбить, и все абабские мечники туда войдут. А там же ж вообще нет никакой оборонки. Не, ребят, это минус второй Фридрих наконец-то от Саладина. Наконец-то. С вероятностью 400% это минус второй Фридрих. Потому что от такого количества абабских мечников отбиться не сможет никто. Так, сегодня империя лишится императора. Послание от Саладина. Свершилось то, что должно. Еще один враг пал предо мной. Еще один враг пал перед ним. Ну, вот теперь они втроем против двоих. В принципе, Саладины это выиграют. Да, ну Фридрихи, конечно, разочаровали прям очень жестко. Потому что, типа, что у одного, что у второго, что у третьего есть 300 армии. Взяли, мужики навалились все вместе на одного Саладина. Блин, так и делали, снимая друг с друга осадку. Просто реально сняли бы со второго Фридриха, например, осадку. Отвоевали бы немножечко оазис. Помогли бы здесь отвоевать хотя бы... как-то края оазиса, ну, во всяком случае, да, там, если бы конница пробежала, ничего страшного не происходило, ну и все. То есть они реально быстро бы это закончили, но нет. Третий Фридрих решил просто через полкарты идти на мудрого Саладина. Было. Но он просто умер. То есть, вот, он через полкарты решил пройти и умер. Все. Я жду атак Саладинов, потому что сейчас Саладины будут ультовать. Один 400 армий, второй 400 армий, третий 400 армий. Ну, это стандартная история от Саладинов. Причем они реально атакуют все... Вот он, пошел желтый атаковать. Они решили атакануть все вместе третьего Фридриха.
Посмотри, вот они атакуют реально все вместе. Ну ладно, ладно, ладно. Мудрый сейчас решил не атаковать, но во всяком случае два Саладина решили проатачить. Так, давай посмотрим на эту атаку чуть-чуть внимательнее, потому что у нас сейчас выбегает конница, полностью отбивает весь фронтальный... всю фронтальную оборону, ну тут и фронтальной обороны-то толком не было. Конница реально дохренили он, просто прибежала, снесло почти всех лучников, которые вообще только есть, снесло всех инженеров, которые только есть, пришли рабы, рабы успели дофигища дырочек прокопать, в принципе промежутки в зубах теперь у них есть, можно свободно пробиваться мечниками, почти всю прямую линию они выкопали, осталось просто разбить эти самые стены, да, конечно, подпалили сейчас структуры какой-то казармы, но ничего не произошло. Немножечко там, конечно, арабских мечников отлетело, да и не страшно. Кстати говоря, дополнительно. Тут не хватает только одного Саладина. Вот этот один Саладин копится. Заметьте, они вдвоем все это дело сделали. Они вдвоем свои конницы справились. Там еще просто напрягающая пришла. И было конницы что-то около сотни. И эта сотня конницы просто снесла абсолютно все, что есть. И черепашку снесли еще. Итак... Империя лишилась императора. Ну и пошел, наконец-то, Саладин у нас. Мудрый на одного единственного оставшегося Фридриха без денег. Первый Фридрих, который оставался без денег. Он так без них и остался, но там, правда, 9 тысяч сейчас есть. Но как бы сейчас Саладины 11, 10, сейчас начнут тультовать жестко. Пошел на желтенький Саладин постепенно атаковать. Не, им надо синхронизировать атаку, здесь смысла нет. Хотя, если они будут втроем не высовывая атаковать, я думаю, нормально. То есть сейчас атаканет этот, потом справедливый, потом снова мудрый подключится. Ну, то есть, если так и будет, я думаю, с Фридрихом они, в принципе, быстро справятся с последним. Ну, сейчас справедливо и скоро уже будет атаковать, потому что денег реально до хрена у Саладинов, больше им никто не мешает. Вообще никто. Ну, рабы ничего не смогли сделать, но зато арабские мечники сейчас могут очень сильно повредить центральную оборонку господина Эмира фронтально... Ой, Эмира. Фридриха фронтальную оборонку. Ну и все, что нужно сейчас, это дождаться, наверное, справедливого Саладина и все. И по идее это закрыто. Очень быстро. 380. Да, в принципе, справедливый Саладин сейчас будет постепенно подходить. Но тут еще параллельно будет подходить мудрый, если вы... А, не мудрый, нифига. Блин, у Фридриха 322 армии. О-о-о. Ну не, он не снесет. Он один не снесет. Не-не-не, это невозможно. Я бы, конечно, очень хотел бы, но не. Таких камбэков не бывает в Стронге. Рабы умирают. Арабские мечники бегут. Скорее всего, всю фронталку пронесут полностью. Ассасины проносят в это время инженерный лагерь. Сейчас, возможно, еще каменную казарму пронесут. Дохнет конница дополнительная. Ничего больше нет. Скорее всего, сейчас пронесут, когда арабские мечники вообще полностью сравняют с землей все, что здесь есть. Абсолютно все. Все здания, все, всю экономику, всю вот эту вот защитную армию. Так что там забей. Там будет весело. Как они будут выкуривать этого Фридриха, я не знаю, потому что Фридриха сейчас 286 армий. Его курнуть реально очень сложно. Ну, продолжают тогда, получается. Сейчас будут еще арабские лучники подходить постепенно под цитадель. Думаю, постепенно они будут там тоже разрывать, разрубать. В это время Саладин желтый и справедливый. 25 и 25 тысяч. Не, ребят, это какая-то лютая жесть. Я не знаю, где Саладины берут деньги, но 500 в месяц — это дохренища. Лучшая экономика в Стронге. Это даже без буста, а можно ее еще и забустить. Да. Охренеть. Реально Саладин обычный, с бущенным четвертым замком становится машиной. Ну, замок такой же, идея такая же. Просто здание чуть-чуть переставить. И все. Просто чуть-чуть переставить здание местами. 420. Решил, короче, у нас Саладин мудрый, видимо, под конец реально ультануть. 360 у нас у справедливого желтого. Может, добродушный он какой-то? Каин. Скорее всего, добродушный, наверное. Душный. Добрый и душный. 469, 430, 439, да. В общем, я не знаю, как будет Фридрих отбиваться, но 469 плюс 447.
Ладно, окей, справедливый пока еще не гугу, но 460 и против еще дополнительно 450, а армия у Фридриха 310. Не знаю, но он зато смог полностью обставить абсолютно все. То есть сейчас будет интересно, вот эти две армии смогут ли или не смогут ли, потому что армии реально громадные. Но тут конница очень важна, конница должна все это дело подснять. Если они фронталку всю полностью снимают через абабских лучников и конницу, то без проблем, рабы просто прокапывают рвы и до свидания. Вопрос лишь в том, бегут рабы? Не, не прокопают, эти точно не прокопают, не смогут. Бегут арабские мечники, по идее должны от фронталки избавляться. Бегут снова арабские лучники от второго месье. Второй месье почти смог, особо не получилось. Подбегает конница, конница развлекает и отвлекает. Тоже нифига у конницы не получилось. Рабы пока стоят, ничего не делают, хотя должны были бы. Рабы наконец-то подбегают, смогут ли хотя бы одну дырочку прокопать. И рабы прокопали дохренища дырочек. И вот наконец-то в них, Саладин будет долбиться. Интересно, как успешно он будет долбиться в эти дырочки, непонятно. А вот и справедливо решил присоединиться. Тут удача. Все, продолбились они в дырочки. В принципе, тут огромная компрессия арабских мечников против огромной компрессии европейских мечников. Скорее всего, огромная компрессия арабских мечников, потому что они просто тупо бесконечные. Снесет здесь к чертям собачьим абсолютно все. Потому что европейцы не могут так сильно обороняться. Хотя, посмотри, европейские мечники сносят вперед ногами. Всю армию саладинов пронесли. Ну ладно, справедливый смог. Против трех армий почти отбился. Против двух точно отбился, Фридрих. Охренеть. Там было... 450 у одного, 450 у другого, там что-то около 150 арабских мечников у одного, у 150 у второго. Охренеть, он всю эту армию снес. Вау, одними европейцами, жесть. Но по деньгам вы видите преимущество в два, да даже больше, чем в два раза. Просто я вам переметну на деньги 582 тысячи, 573 тысячи, 571 тысяча. И против 277, 251 и 229. Рвы сдерживали Фридрихов, иначе Фридрихи уже давным-давно скончались бы. Ну, впрочем, битва была достаточно интересной, хотя уже под конец скучной, потому что я реально уже не знал, как им, блин, закончить. Но саладины, видимо, смогли закончить, потому что по 450 армии ни один бот не может отбить. 400, мать его, 50 армий, 3 бота решили просто так скинуться. Нормально получилось. На этом, в принципе, все. Огромное спасибо, что посмотрели. С вами был Роджер. Не ленись и подпишись на канал. Ну и удачи. До следующего ролика. Пока-пока.